Паштерикс, Саштерикс, на связи. Новые приемы. Короче, Сань, смотрим. Вот скажи, интересно, я не знаю, получится или нет. Технично, красиво. Красиво. Особенно, когда взрослые делают, понятно, что ребенку нужно было поддаться. Удар на ваш корпус, прихват, перевод на подножку. И здесь контрдействие, выход на болевой наруб. Все, поехали. Но... Давай, я... Или ты? Ну, я, да, то есть я. Бам! Ты переходишь на подножку. И отсюда. Подожди. Подожди, подожди. Что на траву почем? Пошли на траву вскоре. Мидл, да? Да, подножку. Так как бы. Как бы. Нормально. Еще раз. Ты не подавал? То нет. Я раз, да. Давай, давай, подножку. Чувствую, что я придерживаю. Ага. Я бы, наверное, отпустил быстро. Попробуй отпустить. Сейчас сделаю медленно. Куда моя голова болит, чтобы я не... Сейчас татами нет, чтобы голову не размазать. Давай еще раз. Бам! Да, ты пошел на подножку. Наверное, из-за того, что... Да, отпускай меня сейчас, возьмешь и пустишь. Короче, делай четко подножку, Сань. Прям вообще четко делай подножку. Давай, делай подножку. Ага. Сейчас, кроссовок снял. Нормально. Все, так и делай. Порядок, реально. Реально, реально рабочая тема, ребят. Если вы реально прихватываете за шею, тема рабочая. За руку. Ну и за руку, да. На автомате я за руку схватил. Причем, понимаешь, я чувствую, что ты меня опускаешь за счет того, что я держусь за твою... Да, прям, я не боюсь упасть, потому что... И меня затягивает. Тебя тоже. Затягивает, да. И... Ладно, ну этого чувачка смотрите. Этого чувачка смотрите, нормальный чувачок. Бам! Смотрим дальше, следующий приемчик. А этот прием не спешите. Мы разберем в следующем ролике. Если вы постараетесь для меня, поставите лайки, напишите в комментариях. Мы разберем прием от жесткого рукопожатия. Пишите в комментариях все, что угодно. И пишите, как вы меня любите. А? Все, с вас. Погнали.